Когда поджилки не будут трястись, приходи. Может, солнце поможет? Ну, должен же медальон что-то делать. Не понимаю, что он должен освещать. Когда поджилки не будут трястись, приходи. Не понимаю, что он должен освещать. Но должен же медальон что-то делать.
Не понимаю, что он должен освещать. Долго ты шел, щенок? Что это за место? Святилище. Здесь мы можем тренироваться, не боясь, что нас найдут. Мы же только что сбежали из клоаки. Это не клоака, это нервный центр. Через эти тоннели можно незаметно пробраться куда угодно. У нас глаза повсюду. Да ну? И что они видят в этой темноте? Разве не лучше, когда есть обзор? Это место служило нам верой и правдой 6 веков. Ага. И долго ты стоял в темноте и дожидался меня? Да нет. Гийом видел тебя с колокольни. А вы любите гостей? Шутить надумал? Нет же! Правда, так драматично. Заткнись! Мы пришли. Пусть кандидат подойдет. Итак, к нам вернулся сын Шарля Дриана. Белек думал, ты не придешь. Почему передумал? Я устал бежать от своих ошибок. Мсье де Лассер, отец, я хочу все искупить. Смерть де Лассера тяготит тебя. Так? Но разве удар нанес ты? Неважно. Виноват все равно я. У него обостренное чувство вины. Вы полностью уверены? Да, уверен. Несмотря ни на что, он силен духом. Далеко пойдет. Хорошо. Из мрака ты идешь к свету. От света ты спускаешься во мрак. Готов ли ты следовать путем орла? Если имеется в виду, нужна ли мне помощь? Да. Выпей. Что такое?
можно мне с тобой, отец? Мужайся, София. Жди меня здесь. Я вернусь, когда эта стрелка укажет на верх. И смотри, веди себя хорошо.